Мы с тобой продолжаем наше невероятное приключение в Undertale. Ты чуешь это? Сюрприз. Я тебе сказал, я не хочу корицу. Люблю ириски. Я люблю корицу. Но ирис я люблю больше. Еще один маленький сюрприз. Пойдем. Моя комната? А что в ней? Что она такая красная? А, ну прям под цвет меня, прям шикарно. Да? Скажешь? Коробочка обуви. Поспать? Давай, запрыгивай на кровать. Пойдем. Это не зеркало. Ля какой. Пойдем. Пойдем, как каждый уважающийся ребенок, докапывать родителя. Родитель. Хочешь, чтобы здесь тебе были рады, бла-бла-бла. Да. Когда можно пойти домой? Нет, это не мой дом. Так. Я не хочу улиток. Как выйти наружу? Ружа, где моя ружа? Я пока пойду у тебя пирог потырю. Чё, берешь, отрезаешь кусочек? Что значит слишком большой? Пойдем искать ружу. Топ-топ-топ. Привет. Да? Ну, я тебя об этом раз 20 спрашивал. Так что давай. Ага, консервы, понял. Никогда не сможешь. У меня как бы родители есть наверху. Мои родители, по идее. Чё я им скажу? У меня новая мать коза? Ну, она буквально козочка, это не оскорбление. Не уходь ты, да? Ты защищаешь меня, да. Именно. Конечно. А я не пытаюсь, я просто иду за тобой. Пойдем. Да. Докажи себя. Докажи мне, что у тебя хватит сил. Давай. Хорошо. Ну? Почти не нравится. Ты хотела, чтобы я общалась. Я общаюсь с тобой. Вот, давай попробуем. Сейчас мы попробуем какое-нибудь действие применить. Я даже не буду пытаться уворачиваться. Поговорить. Не смогли придумать ни одну тему для разговора. А, все? Но, увы.
чай. И не хотите трогать, ну Торя. Ладно. Я понял, без этого никуда. Так, мы вернулись. Вот на этот момент. Давай мы попробуем с ней поговорить. Мы смогли придумать не одну тему для разговора. Я постараюсь в этот раз, быть поаккуратнее. Но только сказал и сразу все. Ладно. Ой, потише! То, что ты мне ставишь такие безвыходные ситуации. Ой, тихо. Тихо. Нет. Отлично. Так, потише. Сейчас. Так, аккуратно. Тихо. Ториэль действует осторожно. Конфетки. Давай съедим конфетку. Тихо. Тихо. Было близко. Что ты не понимаешь? Я не хочу с тобой драться. Я просто хочу уйти. Что ты делаешь? Я пытаюсь спокойно сепарироваться от тебя. О, нет. Потом пытались придумать, что сказать. Но, увы. Тихо. Тихо. Нет. Съешь конфетку. Ой, ёж. Правильно, иди наверх. Нет, я не хочу, я хочу. Что, заново? Нет. У меня этих нету. КПшек. Правильно, облетай меня стороной. Тихо. Сколько это будет продолжаться? Нет. Аккуратнее. Конфетка. Конфетка кушать. Конфетка ням-ням. Тихо. Тихо, что ты не понимаешь? Нет, 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 нет. Что ты делаешь? Атакуй или убегай. Все, все, да. Давай. Ты меня не тронешь. Прекрати, не хочу. Я хочу от тебя уйти. Все, я хочу от тебя в этого мира. А если мы ее сейчас попробуем ударить? Всё, ты довольна? Но недовольна.
Не, все, у нас будет милость. Давай! Я хочу ее пощадить, я не хочу ее тревожить. Я знаю, ты хочешь пойти домой, но... Но, пожалуйста, иди наверх сейчас. Я обещаю, я тебе хорошо здесь позабочусь. Я знаю, у нас не так много всего, но... Мы можем хорошо жить здесь. Почему ты все усложняешь? Пожалуйста, наверх. Ничтожно, не правда ли? Я не смогу сберечь даже одного ребенка. Нет, я понимаю. Тебе было бы просто несчастно здесь. Руины становятся очень тесными. Для тебя это было бы неправильным ростом. Мои ожидания, одиночество, страхи. Ради тебя я отпущу их в сторону. Я не буду останавливать. Однако, когда ты уйдешь, пожалуйста, не возвращайся. Отличная ты мать, Тори! Сначала нет, не уходи, пожалуйста. А потом можешь не возвращаться. Да все, все, пусти меня, я хочу исследовать мир. Пойдем. Умно, очень умно. Думаешь, ты умнее прочих, не так ли? Да нет. Тебе так удалось играть своим собственным правилом. Тебе хватило воли пощадить жизнь одного. Роет. Плаксит. А, это все, кого мы пощадили? Подумай об этих именах. Как думаешь, у кого-то из этих монстров есть семья? Как думаешь, у кого-то из них есть друзья? Ну да, конечно. Эгоистичная тройка. Задави цветочек. Задави цветочек, это нормально. В природе так бывает. Давай. Пошли. Мы наконец-то выбрались с тобой на свободу. Да, мы наконец-то выбрались с тобой. Палки так ломаются? Палки ломаются с таким звуком? Не ходи за мной. Не надо. Что за незнакомые со мной ходят? На чем балка стоит? На чем стоит вот та вон балка? На воздухе? Человек.
Разве ты не знаешь, как приветствовать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Не делай так. Если какой-то незнакомец... Вот, видишь, не надо делать. Если какой-то незнакомец подходит и говорит, пожми мне руку, не надо ему жать руку. Старый добрый трюк. Как всегда смешно. Впрочем, ты человек, верно? Вот умора. Я Санс. Стилет Санс. Вообще, сейчас я должен караулить людей. Но знаешь, меня не особо заводит кого-то ловить. А вот мой брат Папайрус, он человекоохотничий фанат. И вообще, я подумала, что он вон там. У меня идея. Пройди через эту пародию на врата. Угу, прям туда. Мой брат так вбил палки всякий. Косяк не встрянет. Быстро, за ту подходящую по форме лампу. Чё как, бро? Ты знаешь, чё как, братан? Пришло 8 дней, а ты все еще не откалибровал свои головоломки. Ты просто слоняешь для меня своего поста. Чем ты вообще занимаешься? Пялись на лампу? Реально крутая. Хочешь взглянуть? Нет, у меня нет на это времени. Что если человек врает здесь? Я хочу быть готовым. Я буду тем самым, я должен быть тем самым. Я поймаю человека. И тогда я, великий Папайрус, получу все то, что я полностью заслуживаю. Уважение, признание. Я наконец-то смогу в королевскую стражу. Народ будет молвить. Стать моим другом. Я буду купаться в душе поцелуев. Каждое утро. Может, эта лампа поможет тебе? Пан, ты не помогаешь. Ты ленивые кости. Ты только делаешь, что и сеешь и валяешь дурака. С каждым днем все ленивее и ленивее. Эй, полегче. Сегодня проделал тонну работы. Скелета тонну. Да ладно, где улыбаешься? Да, это ты меня бесил. Почему кто-то такой великий, как я, должен так много добиться хоть толку признания? Вау, похоже, ты работаешь над собой. До последней кости. Я займусь своими головоломками. Что касается твоей работы, приложу хоть чуточку больше позвоночности в ней. Ладно, и теперь ты можешь выходить. Здоров. Что-то было? Вообще-то, постой, я не хочу тебя тревожить, но окажи мне услугу. Я раздумывал, что мой брат в последнее время чуточку подавлен. Я еще никогда не видел человека. Твой вид мог бы скрасить его день. Не волнуйся, он не опасен. Даже если попытается быть. Миллион благодарностей, я буду впереди.
О, сундучок. А что тут? Итак, как я уже говорила, Бандайн. А что за карусель? Бамс, о май бог, это ведь... человек? Где? Это камень! Что-то я думаю, это камень. Ах! Эй, что там вперед камня? О май бог, это ведь человек! Я наконец-то сделала это. Андайн будет. Я буду таким. Таким популярным. Популярным. Человек, ты ведь не попробуешь эту область? Я, Винки Папа, остановлю тебя. Затем я схвачу тебя. Тебя доставят в столицу. Затем. Я не уверен, что будет дальше. В любом случае. Продолжай, только если ты посмеешь. Ну, все прошло хорошо. Не переживай, Кроха. О! Я присмотрю за тобой одним глазом. Боже, они такие бусинки, они такие хорошие. Дзинь-дзинь. Эй, твой холодильник на ходу? Да, круто. Я заскочу поставить пиво. Да что было? Опа. Снегоцып. Ты хочешь снегоцыпа? Я знаю, что я хочу. Я хочу жареной курочки. Жареная курочка? Это вкусно. Давай. Тихо. Я не могу без того, чтобы получить урон. Давай, окей, смирись с этим. Я слишком бесстарен, чтобы играть без урона. Опа! Собака. Что-то двигалось? Или мне показалось? Я могу видеть только двигающиеся объекты. Если бы что-то двинулось, например, человек... Я позабочусь, чтобы он больше никогда не двигался. Не двигайся ни на дюйм. Понял? Я не буду двигаться. Ты попросил, я не двигаюсь. Вы гладите дога. Что меня погладили? Я думаю, так думают все собаки. Гладь. Вы гладите дога. Откуда это взялось? Нет, правда, я думаю, так думают все собаки, когда их гладят. Чисто погладь меня, человек. Тому нет конца. Все, я могу тебя пощадить? Вы победили. Что погладило меня? Что не двигалось? Чему я двигалась? Парочка собачьих лакомств не помешает. А вот собачье лакомство. Какие милые. О, Санс. Санс. Даров. Даров, брат. Эй, вот запомни кое-что важное. Моего брата очень специально, так понял?
Если видишь синюю атаку, не двигайся. Поздно. Она тебе не навредит. Вот простой способ держать это в уме. Вообрази знак «Стоп», видишь знак «Стоп», ты справишься, да? Знак «Стоп» красный. Так что воображай синий знак «Стоп». Просто верно. Когда думаешь о синих знаках «Стоп». Я понял, да. Только ты немножко не вовремя, Санс. Ты такой ленивый. Ты дремал всю ночь. А зачем еще ночь нужна? Я думаю, это называется спал. Оправдание, оправдание. А, человек прибывает. Чтобы остановить тебя, мы с братом создали несколько головоломок. Дин, думаю, ты найдешь вот эту. Вполне шокирующий. Ибо, как ты видишь, это невидимый электрический лабиринт. Когда ты становишься на этот лабиринт, эта сфера освещается сердечный заряд, звучащий как веселье. Поэтому что? Число веселья, что ты, вероятно, получишь. Вообще-то довольно мало, полагаю. Ладно, теперь можешь приступать. Чё? Танц, что ты наделал? Думаю, человек должен держать сферу. Ах, хорошо. Держи это, пожалуйста. Хорошо, теперь можешь попробовать. Что, совсем, да? Невероятно, ты скользкий улитка. Тебе она так легко, слишком легко. Однако, следующая головка будет не так проста. Она разработана моим братом Сансом. Тебе, безусловно, предстоит замешательство. Я знаю по себе. А все, солнце мне поговорит. Мороженщик. О, это что? Здоров, Санс. Я тоже подумаю о том, чтобы продавать сладости. Хочешь мороженого снега? Всего лишь 53 за штуку. Нет, твоя правда. Я должен брать гораздо больше такого. А может его следует воткнуть? Давай попробуем его пихнуть. Ой. Все? Ага. Пихнись. Нет. А что ж ты такой сложный-то? Скажи мне, пожалуйста, что ж ты такой сложный-то? О! Нет, сюда. Давай. Вот так. Ура! Выпусти меня. Мне снежок не выпускает. Человек, надеюсь, ты готов. Танц, где головка? Она прямо здесь, на земле. Поверь мне, мимо нее никто не пройдет. Танц, человек даже не взглянул на это. Опс. Знал, что мне надо вместо этого предложить сегодняшний кроссворд. Что? Кроссворд? Не могу поверить, что ты сказал это. На мой взгляд,
Детские путаницы просто-напросто сложнее всего. Что? Серьезно, чувак? Это простые-препростые поиски слов. Они даже для детских костей. Невероятно. Человек раньше решил наш спор. Что с ней, путаницы или кроссворды? Как думаешь? Давай скажем путаницы. Да. Люди должны быть очень умные. Если они находят детские путаницы столь трудными. Давай мы с тобой пока что на этом закончим. И продолжим уже в следующий раз. Я надеюсь, тебе понравилось. До встречи!